Вопросы подготовки кадров для органов предварительного следствия и профилактики преступлений стали центральной темой международного круглого стола, который собрал в Бресте ведущих представителей следственных органов Беларуси, России и Армении. Многое в вопросах установления меры ответственности нарушителей зависит от грамотной работы правоохранителей. Обмен опытом в рамках круглого стола позволит сверить часы и определить курс дальнейшей деятельности. Как отметил в рамках открытия губернатор региона Анатолий Лис, следственные органы выполняют очень важную и ответственную задачу. Мне приятно, что силовые структуры посещают, не забывают наш город. Не так давно проходила совместная коллегия прокуратуры Российской Федерации и Республики Беларусь с участием генеральных прокуроров. Да и Брест посещают много, значит, гостей из разных стран, с Армении. Мне очень приятно всегда встречать вас. Я думаю, что то пребывание на нашей Брестской земле, оно оставит у вас хороший отпечаток, а мы всегда рады вас встречать здесь. Международный круглый стол – одно из совместных мероприятий, реализованных в рамках заключенных ранее соглашений и направлен на укрепление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности совместной работы. Как отметил руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Наскевич, такой обмен передовым опытом позволит более качественно реализовывать процесс непрерывного образования, что положительно отразится на качестве расследования уголовных дел. Проводимый сегодня в Бресте круглый стол – это еще один шаг в укреплении наших общих отношений. На повестку дня этого круглого стола мы вынесли, с нашей точки зрения, может быть, одни из актуальных вопросов повестки, а именно развитие профессионального обучения наших сотрудников и работа по профилактике правонарушений в рамках следственной деятельности. Это общие актуальные тренды последнего времени, у нас есть к чему поучиться друг у друга. Мы поделимся опытом друг перед другом. Изучение международной практики раскрытия преступлений – также важная составляющая таких совместных мероприятий. Это, в свою очередь, позволяет совершенствовать законодательную базу на местах. Мы всегда находим здесь интересные решения, решения организационные, правовые, решения, связанные с общением следственной прокурорской практики, практикой раскрытия расследованных преступлений. Иногда нам показывают новеллы криминалистической техники, методики расследования преступлений. А та тема, которая сегодня заявлена, она, конечно, тоже имеет важное значение. В этом году это уже не первая встреча руководителей ведомств трех стран. Наблюдая за эффективностью проведения подобных мероприятий, очевидно, практика проведения открытых диалогов и круглых столов будет продолжена.